Сквер памяти в Ленске точно будет. Некоммерческая организация «Клуб Добродетель» получила республиканский грант в размере 840 тысяч рублей на создание этого проекта. Он уже в разработке. Съемочная группа моих коллег приняла участие в работе инициативной группы, где обсуждали детали будущей стройки. У клуба «Добродетель», члены которого инициировали создание в Ленске сквера памяти мухтуйцам, хорошие новости. Проект «Моя красивая Мухтуя» на республиканском уровне выиграл грант в размере 846 тысяч рублей. Работа уже закипела. Предприятие «Дизайн-проект» создало первые эскизы. Ну, на сегодняшний день работа именно идет по сбору информации, сбор исторической информации, фактов, документальных, воспоминаний, фотографий, фольклорной какой-то информации. Уточнять тонкости художественные, тонкости, связанные с посадками на этом месте, с ландшафтным дизайном. Работа очень интересная. Эскизы обсуждала инициативная группа, созданная клубом. В нее входят старожилы, общественники, работники администрации. Из четырех предложенных вариантов надо было выбрать один и его же усовершенствовать. Прозвучала подробная информация о каждом элементе будущего памятника старине. Основная идея у нас, конечно, создать особый образ Мухтуи, воссоздать исторический, такой культурный образ наших мухтуйцев. К работе будут привлечены дети. Они соберут нужную информацию. Возможно, будут открытия и находки. А основой парковой зоны станут предания из сохранившихся архивов и фотографий. В дело пойдут старые избы, амбары и любые дошедшие до наших времен фрагменты и материалы. За моей спиной пустырь, пока занесенный снегом. Но согласно проекту, здесь должна появиться стена памяти, на которой будут обозначены дома первых поселенцев Мухтуи. Это будет память, и пока я живу, моим детям, внукам, правнукам. Потому что истоки-то Мухтуи заложили мои предки. Как самого активного старожила, принимающего участие в разработке проекта, «Моя красивая Мухтуя» Николая Шабанова здесь же наградили почетной грамотой и книгами местных поэтов. Елена Парыгина, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».